Марина Скубакова – удивительно творческая личность, хозяйка модного пространства, деловая женщина с душой ребенка. Она создала свое детище в самое непростое время и победила время, пространство и сердца людей. Сюда приехали первыми, в это здание. Ну, внутренний вид был ужасный. Просто ужасный. Потом я стала смотреть более новаторские вещи. Там. Они все похожи, они все однотипные. Но это на мой взгляд. Я к нему вернулась, и вы знаете, я что-то почувствовала. Я очень люблю старинные вещи, различные картины, гобелены, искусство. И вот 1860 год этого здания. «Мещанин Трусов». Представляете, сколько в нем всего? Энергетики, радости, боли, разочарования, счастья, родов. Здесь только кто не жил, кого только здесь не было. Меня вот этот исторический момент очень захватывает. Каждый уголочек вылюбили, придумали с дизайнерами. Потом я что-то переделывала сама, что-то по месту уже так подстраивали. Сохранили максимально вот кирпичную кладку того времени. То есть совместили современность со стариной. И мне кажется, получилось довольно-таки интересно. Я открылась в такое время, ну, самое непростое, когда все рушится, я такая: «Здрасте, вот это я». И радовать людей я не перестану. Чтобы вдохновлять людей, нужно самой быть наполненной энергией. Для этого нужно посещать особые места силы. К примеру, в Карелии. Здесь сам воздух и природа наполняют человека силой и энергией. А специальная детокс-программа вообще творит настоящие чудеса. А я летаю. 14 октября я открыла модное пространство. Мы все очень сильно измотались, потому что мы работали 24/7 здесь и продолжаем также работать. А так как я являюсь вдохновителем данной команды, и я решила себя туда отправить, чтобы отдохнуть полноценно, чтобы у меня было много сил, энергии, которые я смогу делиться, отдавать. Детокс-программа включает в себе целый комплекс различных методик – косметологических, оздоравливающих и, конечно же, связанных с питанием. В начале детокс-программы ты 3 дня находишься практически, ну, как бы на голоде, но ты себе забиваешь... Обманывай желудок тумами, это отвары каш. Потом через 3 дня начинается раздельное питание. Ты также продолжаешь летать, но это я про свои ощущения говорю. И возвращаясь домой, вообще не хочется заслаковывать себя. Очень люблю Шарко, и подводный душ приводит кожу в прекрасное состояние подтянутости, бодрости. Любые процедуры полезнее в комплексе. Экологически чистая природа Карелии в сочетании с высокими технологиями клиники детокс-терапии способствует оздоровлению и омоложению, даже если ваш организм просто кричит от усталости. Мне нравится криосауна за счет холода и тренировки сосудов. Ты выходишь такой румяненький, бодренький, там до 180 минус. Очень люблю массаж ручной всего тела, у них там прекрасный массажист. Самое потрясающее, конечно, у них баня. Их карельская баня с парильчиком. Я люблю парение, называется «Соловьиное пение», потому что там тебя обливают ледяным квасом. Как никогда там можешь посвятить себе время в системе посещать косметологию. Не раз в недельку сбегал, а именно один день одно, другой день другое. Где-то инъекционка, где-то вот криолифтик, очень прекрасная процедура. Ты выходишь с такими диагнозом «I want to be forever young».